Всем привет, мои хорошие, вы на канале Счастье Kids. А у нас сегодня любимая игра «Бег за золотом», в которой мы исполним волшебное желание и откроем волшебные карточки с сюрпризом. Вот такие, с волшебным камушком. И поиграем двумя нашими любимыми кошечками, Анжелой и ее подругой Дианой. Вы готовы? Тогда скорее будем ухаживать за нашими кошечками и делать покупки. Вот она уже, Дианочка, отправилась за покупками. Посмотрим, что нам попадется сегодня на шопинге. Так, а ну, монетки нам попались. А здесь что? Так, из вещей нам не попалось ничего. Анжелу мы сейчас с вами накормим, приведем в порядок. Ой-ой-ой. Кажется, вокруг Анжелы у нас уже летают мухи и какой-то странный зеленый дымок. А ну, сейчас я ее и искупаю. Анжела Валькирия отправилась выполнять ежедневную миссию. Ей нужно бежать и сделать так, чтобы вода не кончилась, мои хорошие. Надеюсь, она справится с этим заданием. Еще одна бутылочка воды и аккуратно, Анжела. Так, я надеюсь, что кубок будет наш. А Дианочку мы сейчас с вами переоденем. Выберем ей вот такие босоножки. Кстати, они нам только что попались. Можно выбрать их в разных цветах. Оденем на ножки Анжели сиреневые босоножки и поменяем ей шубку. Вот такая. Можно, кстати, серенькую шубку оставить. Можно оставить белую. И несколько шубок для кошечки Анжелы у нас еще не открыты. Также мы можем поменять ей цвет глазок. Например, сделать вот такие сиреневые глазки. И заодно поменяем ей прическу. Смотрите, какие шикарные кудри, косичка. Мои любимые пучки. У Анжелы такие классные прически. В этой части прям очень здорово. Стильные прически, их можно окрашивать в разные цвета. Вам нравятся прически, Анжела? Если нравится, напишите, пожалуйста, в комментариях цифру 2, мои хорошие. А еще не забывайте обязательно подписываться на канал Ушасти Kids. Кнопочка подписаться прямо под этим роликом. Мои хорошие, как у вас с погодой? У меня очень-очень жарко за окошком. И уже хочется отправиться гулять. Так, Анжеле мы сейчас оденем другой наряд. Вот такие у нас костюмчики есть. Вау, какая пижамка с динозавриком. Но оденем-ка что-нибудь другое. А Дианочку мы с вами тоже немножечко переоденем. Вот так. Сделаем ей серую шубку, наверное, и поменяем цвет глазок. Так, смотрите, какие классные. Теперь выберем ей цвет глазок. Вот такой у нас был красивый радужный. И отправляемся за покупками. На шопинг, скорее! Посмотрим, что нам попадется в этот раз. Анжела Валькирия у нас, кстати, проиграла первое соревнование и, к сожалению, не смогла заработать кубок. Я надеюсь, что в этот раз в игре «Бег за золотом» мы с вами все-таки получим кубок за соревнование и справимся с этой миссией. Так, а ну, смотрите, Анжеле попалась новая еда, монетки, отлично, билетики, мы сможем летать. И отправляемся еще раз на шопинг. А нашу Анжелу мы с вами сейчас покормим. Точнее, Дианочку. Я их все время путаю. Они стали так похожи. Шоколадный пудинг, ням-ням. Смотрите, сколько классной еды есть у кошечки Анжелы. Вот так. Сейчас мы ей купим полную корзину. У нас открылся еще какой-то волшебный напиток розовый. И немножко новой еды. Мы сейчас все это с вами опробуем. Так. Анжела у нас кушает. Кстати, мои хорошие, в этом ролике я буду передавать для вас приветики. Кто тоже хочет получить пушистый привет от канала Ушасти Kids, напишите в комментариях имя и фамилию, хорошо? В этом ролике тоже будет много приветиков. Так, после еды Анжеле нужно поухаживать за зубками. Я взяла вот такую красивую золотую щеточку в этот раз. И сейчас мы ей вот как следует почистим зубки. Так, Дианочке мы поменяем цвет глаз. Теперь у нас глазки красивые голубые и косичка голубая немножко. Почешем ее вот так. Смотрите, какая у нас красивая, стильная кошечка. И она у меня уже перешла на 9-й уровень жизни. Вот такая классная, отправляет вам сердечко. И вы для Анжелы отправьте в комментарии много-много-много сердечек, мои хорошие. И, конечно, обязательно ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал Ушасти Kids. Так, ну а мы с Анжелой покажем вам танец. Для начала разучим пару новых движений. Анжела так здорово танцует. Кстати, по танцам у нас будет открываться несколько площадок, и мы будем изучать разные танцы. Анжела очень любит танцевать. Вы только посмотрите, какая она клевая.
Кому нравится кошечка Анжела, напишите в комментариях цифру 1 и хороший много-много-много единичек, кто любит играть с Анжелой. Но у нас соревнования в игре «Бег за золотом», и я, кстати, играла Анжела Дином и заняла первое место. Соревновалась я, кстати, с реальными игроками. В волшебном желании мы откроем еще несколько карт и посмотрим, что нам попадется в этот раз. А в этот раз мы выиграли 10 магнитиков. Отлично. Так, ну а здесь что? Давайте-ка скорее смотреть. Здесь у нас еще 10 бриллиантов. Здорово. Так, забираем их. И крутим колесо фортуны. Нам попались 2 полета. Отлично, мои хорошие. А кто любит игру «Бег за золотом», напишите в комментариях цифру 3. У Анжелы появился новый костюм спортивный. Смотрите, какой он классный. Сейчас посмотрим. Все расцветки очень крутые. Красный мне нравится, зеленый, серым. Вау! Вот такой. И вот этот, кстати, серенький ей очень идет. И еще красивый вот этот. Так, вау, смотрите, как радуется Анжела. Ей все очень нравится. Ребят, не обращайте внимания, у меня тут идет ремонт, поэтому немножечко пошумят. К сожалению, ничего не могу с этим поделать. Так, сейчас мы Анжеле сменим прическу. Сделаем ей вот такие классные салатовые с голубым косы. Очень стильно. Кому понравился наряд Анжелы, ее новый костюм и новые косы, давайте напишем цифру 6 в комментариях. Она у нас вышла очень красивая, надеюсь, вам тоже нравится. И подругу Диану мы тоже переоденем. Сейчас мы ей создадим какой-нибудь красивый образ. Можно поменять ей лосины. Вот такие или нежно-голубые одеть. Какие вам больше нравятся? Ободочек у нее классный с цветочком. Но мы еще будем много путешествовать, поэтому у нас еще много чего там интересного с вами откроется. Так. Смотрите, какую классную водолазку я ей подобрала. Вот такую можем оставить. Кстати, можно обувь сменить и сделать мейкапчик. Сейчас мы накрасим Анжелу. А пока Анжела делает себе макияж, купим пару помадок, я передам приветики. Первый привет у нас получает Лиза Румянова. Большой пушистый тебе приветик, Лизонька. Семен Гаврилин получает привет. И Диана Санина. Дима Перов получает у нас огромный привет. Полина Кириллова. Саша Прокофьева. Анна Чепонова получает приветик. Приветики для Софии Кулаковой. Вики Оленик, большой привет. И Виктория Шкабара. Марьяна Степанцова получает у нас приветик. Полина Кириллова, Саша Прокофьева, Артем Пивовар ловит также приветик. И Полина Куликова, Аня Кулакова, София Кулакова, Камила Имангалиева получает привет огромный от канала, Лиза Исаева, Алеша Никитенко и Лизонька Боброва. Вот такие приветы, мои хорошие. Кто тоже хочет получить привет от нашего канала, пишите в комментариях ваше имя и фамилию. И обязательно получите приветик во вторник уже, хорошо? В понедельник нового ролика не будет, а во вторник выйдет новый ролик в 17:00. Так, Анжела у нас в игре «Бег за золотом» собирает камни. Так как мы играем в вечернее время, камни у нас увеличены в двойном размере. Так что больше шансов открыть какого-нибудь супергероя для тех, кто не собрал еще коллекцию. А мы с вами поменяем Анжеле цвет волос. И я выбрала вот такую косу 2 цветов. Мне очень понравилась прическа. Вот такой у нас мейкап получился. И сейчас мы немножко еще поменяем чего-нибудь. Давайте цвет глаз, что ли, заменим. Так, оно. Можно, ой, розовый есть прикольный. Голубой цвет глаз. Очень красиво. И вот такой с сердечками. Один из моих любимых. Анжеле, кстати, он тоже очень нравится. А Диана у нас играет в игру про пончики. Мне, кстати, нравится эта игра. Очень забавная. Но я пока проходила только тура до 2. Вы, кстати, много прошли или нет? Кто прошел много уровней, напишите мне в комментариях, интересно, сколько уровней вы прошли. Не забывайте ставить ваши лайки, мои хорошие, подписываться на канал Ушастик Kids. Ой, а что это за вафелька? Ее взять нельзя. Ну ладно, возьму тогда чупики и ура! Вафелька у нас как стена такая, невозможно через нее пройти. Разбиваем пончики. Анжела у нас в игре «Бег за золотом» собрала уже 54 камня, и это очень здорово. Хороший результат, мы сможем на них купить бонусов. А вот подружка Диана как раз у нас сделала себе стильный образ, и мы с ней еще отправимся в магазин. Может быть, нам перед сном выпадет что-нибудь интересное? Так, а ну,
Посмотрим, что у нас здесь. Открываем пакетики с подарками. Ух ты, 64 камня у нас собрала принцесса. Анжела у нас купила пироженки, монетки выиграла. И ей попалась новая стильная шапка. Смотрите, как здорово она смотрится на нашем волосе. Ну, а на этом все. Пока-пока, мои хорошие.